гроза морей. Пусть только кто тронет Мэнком Баситкуда. Я лютейший пират, без стыди. Капитан Ситгут идет, закричат женщины, дрожа от страха и желания. Я никогда не сдаюсь и не отступаю. Эти уроды думают, что правят островом, но это просто я им позволяю. Кто пойдет против меня? Не могу даже представить. Думаю, таких нигде и нет. Когда буду готов, я восстану и захвачу весь остров. Where's he?
Трайверс. Откуда вы? Вы одеты как ассасин, но лица я не знаю. Я Кенвей. Вашей конторе грозит опасность. Да, я видел поблизости подозрительных людей. Думаю, это слуги тамплиера Аптона. Можете устранить его? Могу и согласиться. За плату. Вы случайно ничего не знаете о тамплиерском ключе? Вы найдете его у людей Аптона. Если я скажу, где они. Что ж, по рукам. Сюда? Знаю, звучит глупо, но работа есть работа. Наверное, ты прав. Контрабандист, контрабандист. Эй, ты никогда не думал, что контрабанда – очень смешное слово? Кто думает о словах? Точно не я. Нужно искать. Ты прав. Все-таки есть в нем что-то смешное. Контрабанда. Постой. По-моему, все-таки стоит об этом потише. Потому что это контрабанда? Ну да. Точно. Когда придем, нас будут ждать. Все будет просто. Доставим товар, а потом в таверну. Это если повезет. Контрабанда. Смотри, вот они. Здрасте. Аптон Треверс, глава конторы. Что? А Венс, ваш... Мой брат, работаем вместе. И ты убил не тамплиеров, а моих рабочих. Но это был приказ вашего брата. Он хочет свергнуть меня? Не знаю, друг. Я ищу тамплиерский ключ. Что? Прошу. Расскажите же мне все. С чего мне вам верить? Встретимся в конторе. Я покажу. А, тьфу ты. Oh, no.
влюбленный брат-идиот вас запутал. Начните сначала, друг. Недавно случай свел нас с очень опасной женщиной. Цзинлан, пиратка из дальних морей Востока. Интересно. Они с Вэнсом быстро стали неразлучны. Почему он думал, что ваши люди шпионы? Ну, дело в сокровище. Так. Пират продал нам карту. Мы ее поделили. Идем. Я как раз к нему. Не выдайте себя. И услышите все сами. Идите на расстоянии. Если спросят, скажите, что вы мой телохранитель. Есть воры, которые пойдут на все ради половины карты. А если городские слухи правдивы, то ты хочешь от меня избавиться? Перестань, Аптон. Неужто ты веришь слухам? На Саутесе местные языки готовы все превратить в мелодраму. А я пытаюсь избежать трагедии. Хорошо сказал. Нету скрепче семейных, разве только деловые. И Бог свидетель, нас связывают и те, и другие. Это правда, брат. Чистая правда. И дела идут в гору. Уверен, ни один из нас не захочет нарушить это равновесие. Да, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Ее? Мою половину карты? Карту? Ведущую к сокровищам? К наследию? Ту самую. Моя тут. Где же твоя? Бэтс, думаю, мы должны бережно хранить сие сокровища. Наоборот. Карта наша защита. Сокровище, свобода. Тем больше причин спрятать ее надежно. Неужто у тебя нет воображения? Ты не можешь представить роскошную жизнь, которая нас ждет. Я не думаю, что... Поместье и плантации Траверсов. Никакой контрабанды, заговоров, грузов и риска. Начнем уже сейчас. Вэнс, а ты уверен, что все будет так безоблачно? В каком смысле? Ты на что намекаешь? Не намекаю, просто спрашиваю. Как считаешь, какая история? Что, слух? Мать будет все дети? А почему ты сомневаешься в людьми в здоровье? Конечно нет. Но ты и сам прекрасно должен знать, она женщина рисковая. Ей нужно море, приключения. Спокойная жизнь не для нее. Останься, сын, в покое. Вэнс, ты хочешь жениться на ней? Конечно. Мне жаль говорить это, но она вряд ли согласится. И почем ты знаешь ее желание? Если даже не брать ее характер, по-моему, она не та, за кого себя выдает. Ты ревнуешь? Ревнуй? Нет. Да. Я просто беспокоюсь за тебя, брат. Ты всегда был любимым ребенком, золотым мальчиком. Ты злишься, что она отдала свое сердце мне, не взглянув на тебя. И ненавидишь ее. Отнюдь. Я лишь замучусь. Так знай вот что. Я на ней женюсь. Убью тебя, если надо. И заберу твою карту. И все увидят, кто из братьев главнее. Хорошего дня. Принес карту? Пока нет. Нет. Что я скажу ордену?
Мы не сможем уехать без нее. Я все организую. Подожди. Подождать? Ты слишком мягкотелый. Боюсь, ты это до конца не доведешь. Цветочек. Уже скоро. Я нанял кое-кого. Скоро Аптону придет конец. А карта будет нашей. Ты нанял кого-то? А в Библии Каин тоже кого-то нанял? Нет, он был мужчиной. Приходи, сказал он Авелю, и все сделал сам. Никто третий не подносил ему топор. У него свидетелей было меньше, чем у нас в Насау. Поверь мне, все решается. Прямо сейчас? Ничто его не спасет. Похоже, я спас вам жизнь, друг. Вэнс. Он сказал, что убьет меня. Я думал, блефует. Он же мой брат. Вы предупреждали, но я думал, что семья — это важно. Пока вы спасены. Но, пожалуй, лучше бы вам уехать подальше от нас, Саул.